Так, ну давайте немножко упростим задачу тем, что мы здесь нам нужно заклепки ставить, да? Мы сейчас возьмем цилиндрик. Где-то у нас тут он был. Цилиндр. Так, немножечко его поднимем наверх. По Z туда. Так. И посмотрим, что с ним дальше делать. Дальше, я думаю, надо его уменьшить вот так и увеличить вот так. Далее перевернуть. Будет R. Это на 90. Так, R по Z 90. Почему не работаем? Мне иногда странно бывает с вами, ребята. Объект Set Origin Geometry. R. А, ну по Z это понятно тогда, почему Y на 90. Так. Хорошо. И ставим на место, на первое место, где мы думаем, они должны стоять. Вот это вот здесь. Давайте мы ее расширим. S по X. Да, по X вот так. Так сделаем, да? Ну и потом, чтобы это не были просто пробки какие-то. Ну, давайте сделаем следующий объект. Этот и вот этот, и скажем Ctrl-B. Вот так. Да, хорошо, все хорошо. Единственное, что надо быть чуть поменьше, мне кажется. Так, объект Set Origin Geometry. S немножечко поменьше. Вот так. Вот так. Ну а теперь уже, если мы смотрим сбоку, да, то мы можем как угодно его крутить. Допустим, вот так. Нет, еще немножко. Вот так. Закрепили. Это добавляет декорации, естественно. Так вот закрепили. Shift D сюда, Shift D сюда. Отлично. Так. Ну и почему, допустим, не сделать так? Shift, вернее, Shift D и R по Y на 90. Вот так. Опа. R по Y 90. Есть. Естественно, надо еще и вот так сделать и опустить вниз. И уменьшить чуток. По Z, Z по S по Z. Так вот немножко уменьшим и сдвинем еще раз. Так, я думаю, нормально. Сверху смотрим. Сверху смотрим. И так и знаем. И тащим, куда нам нужно. Допустим, нам нужно вот сюда. Да? Дальше. Shift D вот сюда. Это Y или что? Нет, это X. Вот. Далее эти две выделяем. И Shift не получится. Shift D. И вот так сюда поведем. Чуть уменьшим.
Эти тоже поуменьшим. И сюда наверх. Вот так. А, сверху смотрю. Да, это ушла. Сюда я. И это сюда ушло немножко. Так вот. Ну и все. Какие-то выдавленки получились. Дай бог с ними. Так, и вот я смотрю, что если мы возьмем это и вот это, то есть, ой, блин, это и вот это. Все выбрали. Скажем, Shift E. Удастся ли нам взять эту штуку Shift D и вот сюда ее продлить? Надо сбоку это делать. Shift D. И пошли вот сюда, допустим, да? И делаем меньше ее S. Удастся? Ну, конечно, удастся. Чтобы не мучиться-то. И опять смотрим. Shift D и вот сюда. Здесь тоже уменьшаем. Отлично. Что нам еще надо? Это хлипкое очень. Очень хлипкая. Поэтому мы сейчас с вами ее резанем тут. Вот, вот эту Ctrl-R. И вот отсюда. Так. Да-да-да-да-да. Вот отсюда. Теперь эти выберем. Это не так. Нам надо вот так. Все, все выбрал. Нет, еще одна. Вот тут. Теперь мы делаем так. Вот увеличиваем его вот так вот. На нее навинчиваем веревочки. Можем, конечно, спиральку сделать, но я так понял, что смысла нет. Ну, просто-напросто сейчас возьмем, секундочку, куда мы перешли, это layout modeling. Вот. Мы сейчас возьмем вот это вот. Возьмем курву, вот эту цирклю. В общем-то, наверное, не важно. Да ладно, возьмем ее. Поставим ее на попа, то есть R по Y на 90 градусов и уменьшаем. S уменьшаем до того момента, покуда нам не понравится. Так. Хорошо. Вот это и это, да? Остальные можем выключить пока. Чтобы не мешались просто-напросто. Так вот. Вот. Так, мы берем вот эту, смотрим сбоку, тащим сюда, в центр, да, и уменьшаем.
Видим, что не попадаем. Но не страдаем, еще меньше. Так, здесь канаты должны быть уязвимы, мне кажется, да? Все равно немножко меньше. Так. А далее идем сюда, в курву, говорим геометрию, говорим деп. Допустим, вот так. Так. Есть. После этого мы идем в объект, конвертируем мышь, конвертировали, дальше идем Ре у нас будет не тут, тут будет 0, это будет фактор x, нет, фактор z, конечно. Здесь 0. Вот. Так. Ну, немножечко еще уменьшаем. Вот так. Вот. Ну и по Ре теперь-то вон сколько можно наделать. Так. Говорим довольно. И тянем. G по X. Вот так. Все. Есть у нас такое дело. Так. Время сколько? 12 минут, нормально. Так, теперь нам надо сделать еще такое, где будет камушек лежать, да? Из чего ее делать? Во-первых, нужно вот тут сделать кольцо. Вот тут кольцо, за которое это тянуться. Вот отсюда будет тянуться, да. А, и тут же еще сейчас сделаем. Давайте сделаем так. Возьмем цилиндр, расширим его, вот так примерно, дальше сузим по Z, так, вытащим, допустим, P, так, и сотворим следующее из нее, вот. Так, где она у нас? Остальное уберем пока. Так, выделим это, скажем, и... То есть, такую прощу сейчас сделаем. Вот так. Это, говорим, здесь face. Нет, не face, это же клуб. Так, клуб. Смотрим сверху. Ставим прозрачность. Убираем. Вот эти, мне кажется, надо убрать. Да. Если убрать, ну не так, надо было убирать, зараза. Тут-то не нужно было ничего убирать, почему он тут захватило? Так, вот теперь
Фейсы и вот эти фейсы закрыть. Нет. Этот F. Этот F. F. Теперь этот и этот. Это будет X по X. Так, и этот тоже будет f по x. S по x, извиняюсь. Все, да? Вот так. Смотрим теперь, где она лежит-то, надо посмотреть. Вот тут она лежит. Мы ее сейчас возьмем. Во-первых, надо ее немножечко уменьшить. Вот так. Может быть, по оси Z немножко увеличить. Вот так. И опустить вниз. Я надеюсь, она встала. S по X. Все, вот она теперь стоит. Здесь нам нужен крюк. Не крюк, а петля. Петля. Так, давайте будем делать. Так, торус. Какой огромный торус. Тянем уже. Так, переворачиваем R по Y на 90 градусов. Вот такая петля. Вернее, так, уменьшаем ее вот так. Так, дальше из нее мне надо вытянуть. Или ничего не надо, просто вставить в нее, наверное, цилиндрик. Где у нас цилиндрик? Тем более, что он у нас маленький. Тянем его по Y, вот сюда. Да. Уменьшаем еще. Увеличим. Смотрим сбоку. И ставим наверх, да? Вот так. А этот сюда. Да, вот. И давайте их вместе соберем. Так, это чуть поменьше еще. Так. Вместе соберем сейчас. И поставим туда, куда нужно. Он стоит вот здесь. Правда, он развернутый, должен быть немножко R. Так, вот оно разворачивается, эта петля. Он правильно стоит? Так, чуть-чуть еще вот сюда и вот так. И теперь нам нужно еще одну петлю. Shift D. Она пойдет вот сюда, эта петля. Так, отсюда. О.
Отсюда нам надо две палочки протянуть. Так. Ну-ка. Сейчас. Если мы скажем вот здесь, тогда мы вообще ничего не увидим. Как сделать так, чтобы было правильно? Мне нужно вот отсюда зайти вот сюда. Там вот так и сюда. Допустим. Ну, теперь надо подгонять, да? Нет. Теперь надо ее подогнать. Надо было на полу рисовать. Так, смотрим. Этот и этот тянем наверх. Вот сюда. Так. А здесь вот сюда. Вверх. Вот так. Так, и еще неправильно пока что. Так, вот сюда оно стало. Отлично. А, так. Стоит? Нет, не стоит. Ну, вот так. Теперь все выключаем. Это включаем. Так. Как она называется-то? Идримет. Вот она. Так. Вот. Где наша курва? Что-то я не вижу. Это она? Да. Это она. То есть здесь мы сделаем так. Посмотрим сверху. Тут нам будет уже все видно. Нет. Да. Тут уже нам будет, слава богу, видно. И мы сможем тогда тянуть так, как нам нужно. А здесь это сбоку, вот это мы потянем сюда, так, еще раз. И теперь сюда двигаем. Так, это не мешает. Теперь я смогу двигать эти точки. Вот эту точку я поставлю сюда. Эту точку поставлю вот сюда. Так, ну вроде правильно теперь все. Может быть чуть ниже. Так, ну а теперь, если мы этим всем довольны, тянуть же вот сюда, вот так. Так, давайте мы эту курву теперь скажем, что у нее дып.
Не, ну это зачем такое? Ну и вот отсюда нам надо протянуть еще вот туда веревочку тоже. Получится у нас вот, допустим, вот это сказать Shift D, перенести вот сюда. Вот сюда. И сдвинуть ее. Так, же по Y, по Y. Трудно это все. Так. Ну и посмотрим, где у нас барабан. Тут сейчас на барабан надо нам это сделать. Пока вот трудно определить, где что. Потому что я ленюсь подписывать. Я это делаю в самом конце. Вот он, барабан. Так. И мы вот этот превращаем в edit mode. Берем вот эти две. Начинаем выпускать. И подводить к барабану вот так. Ну, более точно, вот так, и, да, может быть, чуть повыше поднять, по S, по X, вот так, раздвинуть на края, допустим, да, и чуть поднять, вот так. Все будет хорошо и красиво, но если мы вытащим вот так, то мы деп можем увеличить, допустим, 0,3 сделать. Вот. Чтобы они были одинаковы с этим. Ну и здесь тоже чужим тут. Вот так это. А, 0,0,0. Вот. Так, ребята, почти все. Нам нужна еще вот тут пластина. Как минимум. Одна пластина, чтобы закончить. Сколько времени? 28 минут. Ну, за 2 минутки мы успеем. То есть я сделаю вот здесь пластину, поставлю такие еще фуфочки. Вот. И, наверное, обобью еще вот эту. Вы знаете, как это делается. То есть я возьму Ctrl-R сейчас. Ctrl-R возьму. Сюда подвину. И потом просто-напросто выделю это все. И скажу, что нам нужно это дело увеличить маленечко. Все. Нет. Нет. Убирать надо эти все пресеты. И тогда все получится вот так. Так. То есть я сделаю две таких здесь. И сделаю здесь пластину, которая будет их соединять. И на этом все, ребят. Тут у нас подвески. Все. На этом у нас будет, наконец, наше закончено. Ну, а вам всего доброго. Смотрите следующее. Мы еще не закончили нашу войнушку.